Выходные встретят нижегородцев холодной погодой. Крепкий минус преподнесет антициклон, который сейчас уверенно держится на территории всей русской равнины. При этом в субботу синоптики прогнозируют переменную облачность. Утренние часы в пределах минус 15, на востоке до 20 градусов мороза. Днем отпустит до минус 7, минус 10. Уже субботним днем стоит ожидать небольшой снег. Он пройдет в регионе местами. При этом атмосферное давление начнет падать из-за приближения к региону циклона с запада. Небо затянет, и уже в воскресенье ожидается значительная облачность. В некоторых районах области завьюжит и станет чуть теплее. Ночью морозы ослабнут до 11-15, только на востоке до 18 градусов. Дневной фон будет колебаться от минус 4 на западе до минус 8 на востоке. На дорогах снежный накат и гололедица. Также в эти дни прогнозируется порывистые ветры. Предстоящая неделя, по словам синоптиков, преподнесет нижегородцам очередную партию морозов. На смену циклона с запада придет антициклон с востока.